Совете Федерации поддержали инициативу Карелии о выдаче земли под индивидуальное жилищное строительство ветеранам боевых действий с последующим приобретением участка в собственность. Лоси в Карелии все чаще стали выходить на проезжую часть, спасаясь от насекомых. Минприрода республики просит водителей быть бдительными, особенно в утренние и вечерние часы. Вступил в силу закон, который решит проблему безошибочной идентификации должников. Теперь их двойники, например, абсолютные тезки, будут спать спокойно. 2 километра дороги Качкамагус-граница 23 июня с 14:30 до 17 часов будут закрыты для проезда всех видов транспорта. В это время проведут буро-взрывные работы. В сентябре в Петрозаводск Государственный академический малый театр привезет на гастроли 2 спектакля «Женитьбу» и «Пиковую даму». Билеты уже в продаже.